Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Sunshine Full. Мы начинаем проходить «Конец света 2. Последний восход». Сейчас объясню, почему так давно не было видео и почему вообще, что, в чем проблема. Проблема в том, что у меня GeForce Experience отказал и, короче, работать не хочет устанавливаться, пишет сбой постоянно. То есть, сколько я не делал, сколько я не очищал, все то же самое. Короче, не знаю, что делать, поэтому записываю сейчас через OBS. Не знаю, как получится часть, все такое прочее. Нам нужно к Воронину, как мне сказали. Давайте сходим к Воронину. А у нас есть пушки, которые, ну, по идее, не должны быть, наверное. Я не знаю, я не спрашивал ни у кого, но вроде как не должны быть. Сори, друзья, что у меня немножечко странный голос, потому что я прямо с утра записываю, я, ну, у меня вот прям уже не очень, когда надо записывать, то есть я уже столько не записывал, поэтому обязательно должен сейчас записать и рассказать вам, почему это все. Не от того, что мне этого не хочется, друзья. Да и проблемки там были некоторые, но я не буду о них говорить, опять же. Главное, что экспириенс не работает. Я не знаю, как с ним справиться. То есть, если кто-то знает, расскажите, как его полностью удалить. Во-первых, я все удалял. И в реестре удалял, и службы удалял экспириенс. И все равно он не хочет устанавливаться заново. Пишется сбой, и все. Такая вот беда у нас с экспириенсом. Ну ладно. То есть, а экспириенс это Shadow Play. То есть, Shadow Play это программа для записи, которую я постоянно записывал. Вот теперь записываю с OBS, как вы понимаете. Из-за этих патронов я еле хожу, конечно. Воронин или кто там у нас? Что он нам скажет, интересно, я даже не знаю. Ну ладно, посмотрим. Если дойдем, конечно. Я что-то не уверен, что мы дойдем. Привет. Добрый день, генерал. Разрешите? Ну что там? Там ничего совсем. Из вашей группы только одного нашли. Это я знаю. Михайлов меня уже в известность поставил. А где остальные? Без понятия. Понятия? Понятно. Ладно тогда. Будем выяснять. Отдохни пока. Гонорар честно заслуженный у Петренко. Еще раз. У Петренко. Еще раз спасибо за работу. Вам спасибо, генерал. Рад помочь. У Петренко, хорошо. Вспомнить бы, где теперь Петренко находится здесь. Он же здесь находится. Да. Я вот не помню, где он именно находится, но ладно. Сейчас походим, посмотрим. Нет, ты определенно. Тут у нас бармен находится вроде. Извините, ребят. Угу. Петренко, где же ты? Я уже забыл, где ты даже находишься. Не, мы, конечно, его найдем. Это, я думаю, не особо сложно. Но тут он. Вроде. Да, вот он. То есть тогда я, по-моему, мимо него проходил. Еще раз доброго дня, полковник. Взаимно, какие новости, меченый? Да, все как обычно. Не сочтите за грубость, но я, собственно, за пособием за честно выполненную работу пришел. Как же без этого? Деньгами берешь? А вот, держи. Спасибо огромное. Вы тут прям как Дед Мороз местного разлива. Должен хоть кто-то быть. Да и бармен бородил. Говорил что-то о том, что у него какие-то дела к тебе. Ну, короче говоря, ты знаешь, что ты придумал. Спасибо за информацию, учту. Хорошо, бармен. Бармен нам хочет что-то рассказать. Это интересно. Давайте сходим к бармену. Почему нет? Ненавижу вы в модах, когда постоянно камера качается. То есть это такой бред прям лютый. Ну, то есть вот когда вот идешь и камера качается. Хотя тут она не особо качается, но в некоторых модах она прям качает. Здравствуйте, многоуважаемый. И вам, сударь, доброго здравия. Благодарю. Ладно, ты очень кстати. Да, Петрин сказал, что... Тут заспаунился? Всем срочно собраться в главном зале. Связь прервана. Интересно.
Что происходит? Генерал, ты вовремя, парень. Сейчас самое время тебе начинать кусать локти и бить себя пяткой в груди. Все так плохо? Нет. Готовится разведывательная операция в баре. Ты в ней ключевой персонаж. Но, генерал, я не обсуждается. С тобой идет шахматист. С ТНСК к вам выйдет Шила с ребятами. Шахматист расскажет подробнее. А Лукаш, что он может сказать по этому поводу? То же самое, что и я. Работа оплачивается. К тому же сейчас не то время, чтобы припираться. Не обижайся, но тот факт, что ты сможешь. Ну, что ты сидишь здесь и. А где-нибудь. Короче, понятно. Итак, господа, если кто-то не в курсе, кто я, представлюсь. Генерал Воронин. Сейчас, думаю, можем сконцентрироваться на нашей основной проблеме, то есть баре и армейских складах. Ни для кого не секрет, что там происходило несколькими днями ранее. Насколько известно, армейские склады мы потеряли полностью. Это было подтверждено нашими вновь прибывшими коллегами. Баржа не находится под прямой атакой, поэтому было решено снарядить отряд для исследования. Что вы хотите сказать этим, генерал? Вам нужны добровольцы? Нет, у нас уже есть готовый отряд. Один из его представителей стоит рядом со мной, Меченый. Он возглавит отряд совместно с командиром отряда каперов шахматистом. И вы собрали нас для этого? В том числе. Я хочу, чтобы все знали, что делается все возможное для поддержания нормального уровня жизни. Если у кого-то есть вопросы, задавайте их. Видимо, не. Если вопросов нет, все свободны и могут вернуться к выполнению своих непосредственных обязанностей. Спасибо за внимание. Так. Зря я, конечно, проскипал все-таки. Подожди только до конца собрания, потом выдвигайся. Хорошо. Подождал, выдвигаюсь. Нет, это Петренко просто. Хорошо. Интересно, нам работа предстоит, я думаю. Пипец, какая интересная. Бар отхватить заново, это ж вообще жесть. Там, представляю, сколько мутантов всяких. Ты кто? Ты не тот, кто мне нужен. Так-то. Вот ты, значит. Ну, кто-то из вас определенно тот. Ты? Нет. Ну, шуматит ждет тебя вверху, наверное, это имеется в виду вверху. Уже не в самой лаборатории. Сори, ребят, конечно, еще раз, что так давно видео не было. Просто реально вот эта проблема с GeForce, ой, с экспириенсом с Shadow Play меня выбесило, короче, я не знаю, мне, наверное, винду придется переустанавливать, а это очень плохая новость для меня, потому что у меня нет возможности сейчас переустановить винду. Поэтому это и печально. Вот. Лейтенант Калантай. У вас диалог заново допустился, пацаны. Шахматист здесь, да. Так вот, он у самого выхода прям, что ли, находится? Но ночью идти на задание, кажется, я немножечко не то сделал. Да, вот он. Привет, шахматист, привет.
Чуден белый свет. И в чего в нем только нет. И лица знакомы. Рад видеть, дружище. Взаимно. Что прогуляемся до бара, посмотрим, как там дела. Заманчиво. Собственно, именно по этому вопросу я здесь. Не самый плохой вариант. Ты лучше скажи, что я пропустил. Слышал, на складах у свободы мясорубка была. Не напоминай, это было ужасно. Почти все ребята полегли. Ладно, не будем о грустном. Пожалуй. Я там был, видел, что осталось от базы. Сочувствую. Это не ко мне. К Лукашу. Да ладно. Что ты здесь засиделись? Пора в дорогу. Готов? Как помидор, всегда готов. Вот, все понял, двинули. Ну, какие твари, а? Да. А что, поехали, пацан? Нам пешочком до бара бежать? Это нормальная тема. Так. У нас задание появилось хоть? Нет. Придется за этим мужиком тогда бежать, потому что по-другому никак. Ну пошли, пошли, не надо. Вот я не люблю, когда они на меня отвлекаются. Вот типа, ну, пацан, да, давай с тобой поговорим. У нас же задание важное. Ну, мы с тобой обязательно поговорим. Итак, что с этим артефактом? Вот я не понял развития сюжета по этому артефакту. Ну что, мы узнали, что это бомба, узнали, что это плохо, и ходим с ним как ни при чем. С этим артефактом. Что он сказал мне? А, колючки северо-западе? Понятно. Придется что-то выбросить сейчас, друзья. Придется эту снайперку выбросить. Я зря это делаю, но... Потом, может, мне это поможет. Может, и не поможет. Неизвестно. Просто хоть чтоб чуть-чуть побыстрее ходить, ну... Персонаж, который не может пройти два шага. Давайте сухпай бахнем. А что нам сил даст? Неизвестно, блин. Ну, вроде должен давать. Он там очень такой калорийный, чтобы сил больше было, чтобы калорий больше было, чтобы они тратили, ну, то есть, чтобы затрачивать эти калории. Ой, ну, мужик, ты что-то не тот путь немножко выбрал. Братиш. Ты немножко не тот путь выбрал, тебе честно скажу. Это очень плохой путь. Ладно. Долго еще, я еще буду так делать, непонятно. Да, будем смотреть, как он до туда дойдет, потому что сами мы туда не придем, мне кажется. Или он меня все-таки ждет? Надеюсь, что все-таки меня ждет. Типа, мне нужно дойти, чтобы скрипт сработал, все такое. Надеюсь, это так. О, окей. Переходим.